здорово, всем здрасте, всем салют, салам алейкум. Я сегодня, если что, один, без моего, скажем так, помощника, охранника, водителя, жесткого человека под именем Ромаха за пультом. Он сегодня не со мной, не рядом. Так, ну что, дорогие друзья, значит, давайте вас, Гена, пробьем. Скачал я обновку. Вазген Мамедов. Тэпнулись мы к нему. О, а чё я голый такой? А, голый-то я потому, что скин подарил своему человеку. И, кстати, ответил ли мне друшляк, интересно? Бенч. Яна Мефедронова. А давайте к Яне бахнем. Ноль. Ну-ка, чё она там? Чикс? Оп. Ой, прям в спальню. Я тэпнулся. Ой. 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 Как я тут оказался? Простите. Это что вообще? Это я где? Просто девчонка лежит на кровати. Вот это интересно. Такого у меня ни разу не было. Отвечаю, случайно просто. Она спит, ей пофиг. Может, судьба какая-то? Она спит просто в подушку, но она подглядывает. Ой. А, это квартира. Давайте попробуем выйти. Представим то, что я проснулся рано утром с какой-то дамой. Выхожу на улицу и вижу Кремль. Ну, кстати, о, салюты. Клево, обновление. Такого еще, по-моему, я не видел ни разу. Это самое. Ну, кстати, тут относительно такие простецкие квартирки. Давайте еще раз к Янке тэпнемся. Попробуем с ней заобщаться. Если транс, то значит транс. Яна, здравствуйте. Я доставщик пиццы. Куда пиццу можно положить? Просто чувак тупо прокачивает ак, получается. Хочет гелик, наверное, мой выиграть. Я понял. Ну или чувих. Ладно, так тоже можно. Хотя ПРП, вопросов нет. Ладненько, все, тэпаемся обратно. Спит, девица красавица. Тэпаемся к Арменчику. Я хочу вам сообщить, чтобы вы не забывали. Помимо того, что вы прокачиваете своего персонажа, не забывайте, ребята. Вот мне даже интересно, на каждом ли сервере действует мой промокод PEL или не на каждом? Если что, вводите его очень просто, вы знаете, команда IMN, промокоды и залетаем. Промокод PEL, ребята. Себе бонусы забираем, денежные. Здорово, здорово, пацаны. Чё, куда путь держите, куда ориентируетесь? Путешествие? А квесты делаете? Да ладно. Ну погнали, чё, я с вами тогда. Давайте тачек, может, поднатэпаем. Кстати, чё у нас по бабушкам? У нас практически 100 лямчиков. Дим, чё, хату покупаем? Может, дом купим, который за 1,5 ляда? Если есть возможность. Чё говоришь, чё говоришь? За 1,5 ляда, он чё, с ума сошёл? Давайте попробуем сразу забрать все бонусы. 31 миллион! Офигеть, на 12-м забрал. Прикинь, Дим, знаешь, сколько бабок забрал? 31 лям. Короче, 31 миллион разделить на 70 тысяч. Сколько будет, ребят? Че, едем? Сейчас разделить на 70 тысяч равно 442. 443 человека. Офигеть. А, пацаны, кидайте ручку, я сделаю. О, номер зачетный, как на крузаке у меня. Практически. Че, валим, едем, пацаны. Кстати, у кого сколько билетов уже, пацаны, поделитесь. Еще раз скажи. Так, ну, если я гелик выиграю, ты же не отдашь. Не, почему? Я любому победителю отдам. Ну, типа, это... Не, ну смотри, ну, позар ноль. Ты это как человек в команде из бригады. Ну, тебе, скажем, как бы тут, ну... Как бы, ну, это грубо не звучало, да, не камильфо, не компетентно тебе участвовать. Но, блин, ты непосредственно игрок Радмира. Ты обязан участвовать, ну, я считаю. Но знаешь, как бы я сделал? Давай. Понятное дело, типа, людям там доказать и так далее, но похуй, я бы так сделал. Типа, можно что-то выбрать бабки, правильно? Да. Я, кстати, бы выбрал бабки. Да. И легенда бы осталась бы в команде, кстати. Да. Дух зайца, смотри, просто в моменте. Тачка у тебя остается. Я забираю бабки, и эти бабки перевожу человеку, там, допустим, тому же самому ребенку, больному, которому нужна операция.
Деньги легко пришли, деньги легко ушли. И доказал, что это курс не постановишь. Реально. Ну, если чеки, покажешь, то тогда окей, поверим. Я пока на эту тему. Пока без каких-либо пруфов, без подтверждений, можно все что угодно говорить. Да нет, базару ноль все равно это. Не, я бы сделал. Вопросов бешеные и так далее, но черт. Мне даже интересно, сколько, если честно, если деньгами человек будет забирать, даже я не знаю. Ну ладно, об этом тут все равно, тут по-любому. Скажем, mm-hmm. просто рынок откроем и посмотрим, и увидим. Че, поехали? Я, может, тачки сделаю? Да-да. Тачки хочешь купить? Я тебя плохо слышу, братан, если что. 27 билетов у тебя? Да. Блин, ну мне даже интересно, вот у кого рекорд? Кто больше всех билетов накопил? Смарфаш, поздравляю, кстати. Единственные номера КТМ, которые у нас нашлись. Да ладно. Хорош. На четвертом нигде не нашли. Здорово, здорово, пацаны. Я, кстати, чурок забрал с покраски, все. Надо теперь салон потихоньку собирать. Че это самое, Дим? Когда твой-то чирок, я смотрю, ты по донатам так-то хорошо преуспеваешь, там ту-ту-тву. Но пора бы уже и чирок закинуть на покрас, я считаю. Позанимаю. Мы сделаем все. Сейчас надо регулярно настроить и все. Нет, я все сделал. Я ж не зря салон покупал. Просто видишь, тот, кто мне красил, человек, в принципе, неплохо сделал. Ну, за такие бабки это очень хорошо. Мне заряжали 300 тысяч, там 250, 220 самая была маленькая. Мне вот человек сделал за сотку, в принципе, я доволен. Ладно, что, пацаны, почесали, погнали. Погнали, машина нужна. Я пока посмотрю вообще, что у нас по этому, по скинам. Что, кстати, мои-то скины добавили? Да, добавили. Надо. А как их там, что получить? Кто или это надо скины? Мой скин? Или это мой скин надо переодевать? Короче, его надо... Садитесь, пацаны, я захожу. Короче, надо проходить Battle Pass задание, этот скин получаешь, чтобы третий последний стиль открыть, который у Гордита участвовал. Вот этот. Леми. Тебе надо обязательно красный скин. То есть людям, слушай, надо где-то искать его сейчас. Садись, Дим. Вот прикинь, у тебя в жизни Паша, такой бы кабан. Поехали, пацаны, за нами. Чё говоришь? Среди нацгвардии есть розыгрыш, ты нас сделаем. Давай, обязательно. А садись, слушай, за руль. Я посмотрю вообще, чё мне друшляк ответил, мне интересно. Или ладно, я в принципе сам еду. Я в жизни, в принципе, за рулем привык. И в телефоне, и за рулем. Сейчас посмотрим. О, кстати, прикинь. Я забыл с прошлого раза... А, это, наверное, на четвертом сервере у меня права отобрали. Я забыл заплатить за права на четвертом. Забыл шапу платить. Я думаю, какого фига я еду? О, все, сказали, исправили. Все, можно, кстати, проверять. Играем. Хочешь прикол, я тебе скажу? А, какому... Вот чуваку, которому я отдал свой скин... Сейчас, подожди. Да, я попробую активировать. Чуваку я отправлял много кодов, они были неактивны. Сейчас они активны, и он, по сути, может их всех, эти коды... Наверное, мне, кстати. Активировать. Ну, это тебе я давал, да? Ну, начали как-то много кидал, да. На 12-м сервере последний раз. А, нет. Паш, прими его, пожалуйста, кстати, на вайпе, кинь немного. Не, последний раз, кому я отдавал свой скин, я с догола же разделся. А, подожди, а ты же мне код скидывал тоже, я ж могу его тоже ввести. Ну да, веди его, давай попробуем. Быстрее. И мне нужен ВКонтакте ник этого чувака. Я могу сейчас связаться? Свяжись, просто пускай он мне напишет. Просто тупо мне напишет и все. Ничего ему не говори. Слышь, базарит, ты чё, сука, малой? Толик ел брабу. Бабус, ел бабус. Смотрите. Угораю с такого. Спасибо, брат. Ну чё там, караван получилось, нет? Здравия желаю. Блин, я всё забываю. Караван это у нас кто, Гаврик? Это Гаврик.
Слушай, а помнишь, с нами тоже Гаврик такой чел был на начальных этапах? Так другой, да? Нет, вот он и есть. Серьезно? Да. Подожди, стой. Очень-очень давно, года 3 назад. Ну с каких еще пор? Когда бригада ПЛ была? Самый первый раз, когда бригада зарождалась, еще мы с тобой знакомы не были. А, это тогда про другого нет, это другой. Фига себе, на 39-м регионе номер жесткий. Здорово, здорово всем. О, читер, читер! Читер! Кто? Все сразу АФК, хорош. А где он, да? Какой его этот айдишник? Разъебался он. Просто хп 0.97, да, и все, и пошел. Какой? 97. Такого игрока нет, все, его бахнул. Давайте к Яночке тэпнемся, посмотрим. Ну что ты, Ян, проснулась? Ну что ты, Ян, проснулась? Как у тебя там дела? О, проснулась. Смотри. Я случайно тебе уровень здоровья изменил. Там ты хорошо себя чувствуешь? Я не слышу. Ладно. Можешь страницу ВК скинуть? Ну. Не, зачем тебе? Проверяем на фейк аккаунты. Ну не очень же гуманно будет спрашивать, типа транс она или не транс. Ну я бы спросил, типа, или ты транс? Как можем проверить, что ты... Сейчас доколебусь до него или до нее. У меня ВК не привязан, а ТГ привязан. Я аутентификатор. Скинь ТГ, плиз. Мы сейчас через глаз бога бахнем, проверим. А как узнала про хасл, про мир? Ну ладно, я сейчас ТГ в личку напишу, спрошу. Но она вроде поняла, типа, кто такой. Или понял. Это чё? Карменчику тэпнем, сейчас напишет, найдем в поиске. Я сейчас Арменчика попрошу. Арменчик просто девчонку нарулил. А ты чё, транс? Злой чучхун. Я на мефе. А, сука, походу нет. Не транс, я на мефе. А какой он левел, кстати? 13-й левел, ну не так давно. Ща я напишу Диме, точнее даже сфоткаю. Пускай напишет ей. Бля, сука, кидается сразу, да, падает такая? Я говорю, он под веществами какими-то. Да, да, он ебать, ты видел его Зеньки, да? Нахуй, пи***ц. Зеньки просто жесть у него, блядь. Я понимаю, злость играть. Да, но да, да. Понимают, короче, как короче, я что думаю? Я думаю следующим образом. Я думаю, может, натуре его подвязать под какую-либо тему, чтобы он немножко подостыл, блядь. Типа подогреть его, ты хочешь сказать? Да, да. Я не планирую вообще ничего возвращать, это во-первых. Будем воевать до победного, блядь. Война не война, блядь. Он там зарекается. Ну, блядь. Хочет воевать, пусть тогда воюет. Мы ему покажем, блядь, что такое войны, блядь. В публичном пространстве. Блядь, я аж заикаться начал.